Я видел, как чернокожие теперь играют в комедиях Шекспира, только я не знаю, когда будет белый Отелло. Это, понимаете, это абсурд. И вот эта вот политическая корректность, доведенная до этого абсурда, она добром не кончится. Ну и, конечно, когда они продвигают и ценности ЛГБТ, и другие весьма сомнительные вещи, не отражающие как бы справедливого подхода к организации жизни общества. Я уже говорил, как во Франции были демонстрации очень серьезные в защиту традиционной семьи. Получается, что для того, чтобы обеспечить права одной группы, надо ущемить права другой группы. И делается это не для того, чтобы... То есть это не самоцель, продвижение вот этих ценностей, так называемых, по всему миру. Это не самоцель, это инструмент обеспечения своего доминирования. Избавиться от расизма, наверное, все хотят избавиться от расизма. И это и у нас никогда не вызывало сомнений. Мы были одними из вообще пионеров движения за равные права людей любого цвета кожи. Но как бы не перейти в другую крайность, что мы наблюдали во время событий с Black Lives Matter и с той агрессией, которая проявлялась в отношении белых людей. Насчет того, зачем это нужно ведь нужно, да, они хотят это распространять по всему миру.